Всем привет! С вами Ольга. Сегодня приготовим вот такое горячее блюдо на праздничный стол. Мясные перчики. Готовится несложно, получается красиво, интересно и вкусно. И если вы не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить другие интересные рецепты. Начнем готовить. В миску кладем фарш. Добавляем перец, соль. Молоко, яйцо, зубчик чеснока, трем на мелкой терке, все хорошо перемешиваем. Масса получится немного жидкая, это нормально, не переживайте. Она будет сочной и вкусной. Перемешивайте хорошо, как бы взбивая, чтобы масса была однородной. Займемся перцем. Его моем, просушиваем, отрезаем края, очищаем. Убираем все лишнее, прожилки, зернышки. И нарезаем на кружочки, примерно где-то 1 сантиметр. Сильно тонкими не делайте. Вот такие кружочки получаются у нас. Это будет формочка для запекания. Я взяла еще и красный перчик. Нарезаем также кружочками. Берем сыр. Любых сортов, твердый, который плавится. Нарезаем на маленькие квадратики. Их понадобится столько же штучек, сколько наших перчиков. Подготавливаем противень, льем растительное масло, немного воды, раскладываем перец. Сверху в перчик кладем наш фарш. Немного с горкой делайте. По центру кладем кусочек сыра. И посыпаем розмарином.
Отправляем в духовку. Вот такие вкусные перчики у нас получились. Я вам покажу две подачи такого блюда. В центр кладем красный перчик, а по краям на наше зеленое покрывало выкладываем желтые перчики. Немного укропа, чтобы еще больше освежить блюдо. Вот такая первая подача такого вкусного блюда. Вторую подачу предлагаю просто на блюдо положить укроп и сверху красные перчики. Вот так можно подать. Выбирайте, как вам нравится. Если вам понравились рецепты, готовьте их на свои праздничные столы, делитесь с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны. И до новых встреч! Отличных вам праздников, отличного настроения и до... Готовьте с любовью, живите вкусно!